И всем привет, друзья! С вами, как всегда, Вест и... И Давидос. И сегодня Давидос решил взять реванш, но только мы... Но уже на самолетах. Да, посмотрим, у кого теперь скилл пилотирования лучше. Я надеюсь... Это должен быть я. Я надеюсь, вам понравилось прошлое видео. Так, ух ты ж ё, чёрст. А тут только один будет самолет, да? Ну да. Бронзовый. Гоночный зеленый. Я буду синим. Я хочу быть ледяной белый. Нет. О, я хочу быть черный. Подтверди. Ну, навык полета у меня не сильно вкачан, поэтому ближайший стол будет моим. Все, я готов. Давай, давай. Ну, понеслась. Погнали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что такое? Все уже вынесло куда-то. Так. Не обгоняй меня вот так. Блять, сука! Вот так вот. Я взял ее, да, отлично. Хорошее начало, мне уже нравится. Блять, стой, стой. Я не сильно умею летать на самолетах, я признаю. Я тоже не умею. Я еще первый, ни хрена себе! Прикинь. Что? Блять. Я, кажется, понял, что там произошло. Это что? Только появился такой ляпс. Блять, я просто пропустил эту. О, хмельница. Так, ты готов к мельницам? Ты первый, да? Я первый. Я не готов к мельницам. Я тоже не готов. Блять! Сука! Блять, это намного тяжелее, чем я думал. Да. Не, я нормально, пока что справляюсь. Где здесь этот чекпоинт? А-а-а. Божечки, я такой рак просто. Ладно, эта серия будет за тобой. Да. Ну, подожди, хотя бы здесь. Да блять! Я не умею летать на истребителях. Вот именно выбирал, как будто ты знал, что выбирать. Да. А как же? Я, ну, ж... я оторвался, ж... я уже хорошо так, наверное. Ты где там? Чуть с деревом не поцеловался. Блять, как на нем летать? Я вообще не понимаю. Откройте страшную тайну на Млоке. Блять, да ладно. Я тут вверх ногами летаю. И я летаю вверх ногами. Божечки. Вообще я врезался в крышу здания. Там еще мимо зданий надо. Нет, это я просто так врезался. Так, 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 аккуратней. А я тебя вижу. Видишь? Блять, это бабах. Ну да, я не знаю, там как там резкий поворот был после моста. Маневрировать надо. Я не знаю, как вообще эту карту создавали здесь, я охеревший. Здесь чекпоинт на чекпоинте, то есть... Да, кстати. Ой, я пропустил чекпоинт. Хорошо. А. Ой, только не говорите, что здесь надо будет еще под мостом пролетать. Нет, не надо. Фу. Наверное. Так, ты можешь еще раз пропустить чекпоинт? Нет, не могу, уже все, хватит. Так, я взял, я вывернул, я вывернул. Нет, я не вывернул. Такой бух. Блять, это реально, это настолько тяжело просто. Второй круг. Я не знаю, мне более-менее нормально. В смысле я не взял, вы что, гоните?
Я тупо пролетел в чекпоинт, а он не взялся. О, второй круг. Фризит немножко. А все нормально. Даже твоя видюха хочет, чтобы ты проиграл. Ничего подобного. В этот раз я выиграю. Блин, я пропустил. Нормально взял. Капец, как я подлетаю. И вверх ногами, и боком, и криво, и задом. Лишь бы брать эти чекпоинты. Это та же самая херня. Этот я не взял. Блин, где следующий? Так. А, все, в мельницах же следующий. Вы же возле мельницы? Да. Ты недалеко от меня. Так сказать, недалеко. Почти. Так, боком. Валим боком. Блять, я не боком валим. Гребаное дерево. Я понял, короче, если ты не взял чекпоинт, ты проще, по-моему, взорваться, чем возвращаться за ним. Да, проще будет взорваться. Ну, быстрее так будет, а точно. Боже, ты такой трэш. Угу. Я, кстати, впервые на гонках на самолетах участвую. Я тоже. До этого ни разу не участвовал. Сука! Возьмись. Хорошо. Опа. Опа. Блять. Сука. Я билборд зацепил, у меня крыло оторвало. Еще и машина в меня врезалась. Охуенно. Нормально. Ты далеко там? Уже почти финишировал. Ну, короче, ладно. Тут я проебал. Признаюсь. Самолеты мне нравятся. Мне не нравится. Хватит пилотирования от бога. Так, я понял, я знаю, чем теперь буду заниматься в атаке. Я буду тупо летать и буду брать у тебя реванш на самолетах. Не получится. Ты так думаешь? Да. Ты хочешь сказать, ты лучше меня будешь летать? Всегда. Да. То я лучше вожу. Ничего подобного, мне просто не повезло. Ладно, я промолчу. Пиздец. Как? Я не понимаю. Как ты? Больница! Какая больница? Ты где не вообще знаю. Находишься? Ты точно в моей гонке? Я в городе. Ты точно в моей гонке? Да. Так, это... Оп. А, вот она больница, я понял, где ты. Я рядом. Это я и мазался. Покончил с собой? Через один чекпоинт финиш. Я покончил с собой. А я тебя вижу. Все нормально, еще бочку так сделаем. Все. Позиция первая, ладно. Лучший пилотаж показал. Ладно. А, тихо, финиш, нет. Давай. Нет. Да. Нормально, ты хоть финишировал. В прошлом видео я даже не финишировал. Да, ребятки, вот так вот и получается у нас. Получится счет какой? 1-1, да? 1-1. Следующая будет перестрелка. Там решим все по-мужски. Да, там мы и решим все. Ладно, ребятки, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на каналы. Ссылка будет в описании. С вами был Вест и... И Давидос. Всем пока-пока. Пока-пока. Не пизди мою фишку.